бытует утверждение, что Чилейкин рекламирует все. Если бы это было так, то я бы не стоял, ну, в достаточно недорогой футболке, дешевых индийских джинсах и кроссовках Adidas, купленных на распродаже в дисконт-центре. Потому что в Магнитогорске десятки тысяч предпринимателей. Представляете, по 10 тысяч с каждого предпринимателя бы, и у меня было бы все совсем по-другому. Ну да ладно. К слову о том, куда звонить, если у вас есть желание. Так вот, что мы сегодня нарыли? И где мы находимся? За моей спиной вот эта дорога на Белорецк, через там завод. Но тут есть маленькое но. Здесь очень много предприятий, магазинов по продаже строительных материалов. И сегодня мы откроем вам павильон номер 24 строительного рынка Северный. А как сюда проехать? Ну, немножко придется потрястись. И вот вы здесь направо повернете, проедете ровно 100 метров, а там дальше вывеска уже. Строительный рынок Северный. Место, где вы покупаете недорогую альтернативу дорогим строительным смесям. А вот теперь придется просто верить тому, кто без Брозекса ремонт бы не окончил. И жил бы он в недострое без сына любимого. Да потому что ремонт – самый бабкососущий попадос. Так вот, Брозекс очень любит хозяева, потому что он практически идеален. Он такого же, как и дорогой материал, ну и по качеству, и вообще по всем показателям, но дешевле. Брозекс любит строители, работающие дорогими материалами. Точнее, сначала они его ненавидят, раскручивая вас на дорогие материалы. Потом продают с дисконтом дорогие материалы тем же торгашам. Покупают Брозекс, и у вас типа дорогой ремонт. Намек, я думаю, понятен. Но мы не про материал, мы про место, ради которого надо 30 секунд потрястись, зато потом довольным уехать, сэкономив деньгу недостающую. Про Брозекс магнитогорцы уже знают, но про рынок Северный, рынок строительных материалов немногие знают. Но тем не менее, достаточно удобное место расположения, выезд в сторону города Белорецк и сразу направо, до моста не доезжаю. Найти можно. И это что за формула успеха? Потому что люди хотят именно... Формула успеха с компанией Брозекс – это высокое европейское качество, не уступающее, если такие мировые бренды, как Knauf, по смесям конкретно говорить. И при этом достаточно бюджетные цены при высоком качестве. Все-таки Россия продолжает строиться, продолжает ремонтироваться, и бизнес этот вечен. Вот, и даже батарейки менять не надо. Но людям хочется низкие цены. Вы можете говорить, что на Брозекс у вас самые низкие цены в городе? Да, благодаря прямому договору с компанией Брозекс, который у нас есть, и мы можем называть себя смело торговыми представителями компании Брозекс в городе Магнитогорске. И благодаря этому мы гарантируем, что у нас самые низкие цены по продукции Брозекс в городе Магнитогорске. Прикольно, да? Арендатор пиарит рынок. Ну а что делать, если другого варианта-то нет? У нас рантье как-то довольствуется только арендой. А так можно было бы и сюда нагнать народу, не меньше, чем в район вокзала. Ну да ладно, это не мой карман и не мои деньги. Люди сюда едут и будут ехать в большом количестве, потому что цена хороша, а товар еще лучше. И это то, ради чего приятно работать. Нарыть где подешевле, а потом с удовольствием созерцать результаты моего достаточно скромного труда. И всегда можно найти где подешевле, потому что вокруг города Магнитогорск сейчас плодятся рынки строительных материалов. Некоторые подальше, есть которые поближе. Рынок строительных материалов Северный располагается достаточно близко. Это Ленинский район, выезд из города в сторону Белорецка. Только далеко ехать не надо. Вот до Московской здесь буквально 20-30 метров. Просто после авторынка, бывшего авторынка, Велт необходимо повернуть направо. Ну, дорожка тут протоптана. Вот. И вы уже приезжаете в место, где продается дешевый и качественный строительный материал. Брозекс. В павильоне номер 24. Мало того, если вы берете много, вам его еще доставят абсолютно бесплатно.